Здравствуйте, дорогие болельщики, поклонники футбола, любители игры номер один в мире. Меня зовут все так же Егор Дергачев, и наше место встречи изменить никак нельзя, это мой видеоблог. Продолжаем с вами анализировать чемпионат России по футболу и поединок в Уфе, где местная команда с одноименным названием Уфа будет принимать команду Курбана Бердыева «Рубин». Что сказать по поводу этой встречи? Думаю, тут лишних слов не надо. Обе команды низовые, обе команды демонстрируют футбол строго от обороны, да, периодически Уфа проводит очень голевые матчи, где проигрывает 2-0, как, например, в предыдущем туре в Хабаровске, уфинцы спасаются и забивают два ответных мяча, но это скорее исключение из правил, которые это самое правило еще раз подтверждают. Мне кажется, что в Уфе много мячей мы не увидим, команды в лучшем случае забьют один, ну максимум два мяча. Букмекеры это прекрасно понимают, и поэтому линия на этот матч, она скошена исключительно в сторону того, что будет забито менее 2,5 мячей. Фаворита в этом матче выделить очень-очень сложно, поэтому вот я сидел, на самом деле, очень долго думал, какой вариант ставки предложить, и понял, что тотал меньше двух мячей с коэффициентом 1,82, наверное, это самый оптимальный вариант. Да, возможен возврат этой ставки, если команды сыграют ничью 1-1 или одна из команд победит 2-0, но то, что мы не увидим больше двух мячей, я уверен на много процентов. И если вы поддерживаете логику моей ставки, то не скупитесь, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. Также жду ваши комментарии, ваши варианты ставок на матч Уфа-Рубин в комментариях у этого прогноза. И, конечно же, жду вас всех у себя в друзьях ВКонтакте и в своей группе ВКонтакте. Ссылочки на обе странички вы найдете в описании у этого ролика. The farmer takes the wife.